Добрый день из магазина True Stones в Екатеринбурге на улице Ванера 66А. И мы сегодня будем смотреть броши. Первый обзор мы записывали из Ельцин-центра. И вот сейчас переместились сюда, чтобы показать, что в наличии здесь. Ну, снова начнем с этих чудесных агатовых желодок. Знаете, что мы практически не работаем с импортным камнем, но есть такие... Есть такой материал, который просто, ну, невозможно его не использовать. Вот здесь двух цветов спилос агатовых желодок. Как-нибудь покажу вам их цельные, как мы это делаем. Это уральский слюдит. Такой он лаконичный и блестящий. И брошечка с уральским лазуритом. Здесь же рядышком два варианта брошей с афганским лазуритом, и видны включения перита. Есть такая еще чуть посветлее. Далее тоже вариант броши с кахолонгом. Другие варианты в нашем втором обзоре из Ельцин-центра. Это брошь, наверное, самая дорогая, с бирюзой, с казахстанской бирюзой. Ну, это вы точно знаете, что это редкость на сегодняшний день купить некрашенную бирюзу. Это Казахстан. Далее клинохлор серафинит, тоже лаконичная брошь. Этот камень встречается только у нас в Сибири. Вот у него есть даже, не сказать, что иризация, но такие некоторые переливы. Где-то еще пишут, что его стали называть камнем ангелов из этого. Тоже достаточно интересный материал. Далее перейдем к малахиту. Этот малахит весь африканский, но полностью натуральный. В первом случае спил просто цельный спил, во втором случае мозаика в комбинации с уральским кахолонгом. Здесь еще один вариант мозаики, тут хризокола. Это один из самых бюджетных вариантов, 1250 такие броши. Далее уваровит, разновидность граната. Очень интересная структура, вот кристаллическая, все достаточно даже на видео видно. Лаконичная брошь с моховым агатом из Казахстана. Тоже очень интересные у него рисунки и пейзажи. Можно любой стороной ее носить. Далее два варианта. Это две разные броши, просто они тут на одной подложке прицеплены. Аквамарин, турмалин. Ну и такой практически бесцветный берильчик. Это все наши сибирские сокровища. Далее комбинация марказита, граната гессонита, граната уваровита. Тоже все российские камни. Все три с кристаллической структурой. То есть это не полированные кабошоны. Аметист Бразилия. У нас уже на Урале таких аметистов нет. Лабрадор с иризацией, тоже всеми любимым камень. Это только Мадагаскар сейчас дает. Ну и редко Финляндия, но у них немножечко другой. Еще вариант броши с кахолонгом. И завершим на крупной броши из казахстанского хризопраза. Пожалуйста, все эти брошечки пока что в наличии. Если вас какая-то заинтересовала, пожалуйста, напишите. Или в WhatsApp, или в комментарии, куда вам будет удобно. Мы и цену, и размеры, и фотографии, если нужно, дополнительные сделаем. Спасибо за внимание.